Всем привет, друзья, на связи снова Дровивка, продолжаем с вами играть в королевскую битву, записывать красивые бои. Сегодня у нас сборная Солянка, юбилейная номер 5. Это игроки из разных кланов, а именно Алексей Плюс, ваш покорный слуга Дровивка, Айрейд и Лёхель. Покажем вам, постараемся показать вам интересную и красивую игру. Обязательно включайте наушники, потому что при монтаже делаю именно сопоставление музыки и голоса, и в наушниках намного интереснее слушать и смотреть видеоролик. Вам приятного просмотра, а нам большой удачи. Попытка номер 2. Так, я большой ангар. Так, движение у меня. Ой, блин, двое людей. Раза. Черт. Блин, сзади, зараза. Блин, подбили меня. Все, бегу. Блин, ничего не помню. Не упомянули только. Там, смотрите осторожно, там трое бегает. Ну, то есть команда. Кто-то через микрофон пробивается, но не слышно. Вот он. Отлично, красавчик. Осторожно, народ. А, ну ладно, вертолет, это просто этот смотался, игрок, который остался один. Алексей, лечись. Нечем, пока нечем. Пока нечем лечиться. Четвертому подойди, я тебе аптечку скину. Пока. Все, спасибо. Все, спасибо. Есть один. Ой, блин. Ой, ух ты, блин, там не только один. Там трое, да. Впереди еще один там. Я одного положу на коленке. Вот он валяется прям. Вот он. Ах, блин. Там один внутри, внутри один. Ух ты, там не один. Вот он, прям перед тобой. Еще один. Сзади, еще один. 30 секунд. Сзади. Так, мы что, в зоне? О, мы в зоне, отлично. Так, куда прыгать? Так. На автобус, наверное,
Давай. Как обычно, я не туда. А, понял, да. Осторожно, осторожно, там кто стреляет. Да, я здесь взять тебя. Стоп. Ага, спасибо. И на птичку еще по одной, сейчас там две даже, пять штук у меня сейчас. Так, четвертый подъехал. Бери. Ага, спасибо. Так, четвертый, побольше общения. Все, идем в бой. За тобой. Так, движение около четвертого. Тихо. Так, что дальше делаем? Так. Можно, в принципе. Ну, а здесь на автобусной улучшалке нету. На стакере там. Ну, явно бегать так вот по местности не очень хорошо. Да-да, поехали на этот, на дроп. Тачка тут где-то была. Вот, да. На киллхаус гоняем, там друг. Четвертый, да, поехали. О, сзади, сзади человек. Четвертый, смотри. Вон около домика. Там уже киллхаус и забрали, вот здесь вот. Так, а второй у нас далеко.
ему надо тоже, да, подвигаться. А, ну он, в принципе, к нам ехал, но я думаю, ой, смотри, груз там, кстати, сейчас еще один упадет. Ну да, пока она не двигается, мы можем успеть. Смотри, как он кинул, да, груз. С другой стороны теперь. А, тут же вертолет есть где-то, да? Да-да, сейчас заберем его. Так, где-то здесь. Вот он. Жилеты второй. Ну, тоже хорошо. Так, сейчас. Человек. Народ сзади. Сзади. Вот он, вот он. Все, нет человека. Ну как человек? Ботинок, ну все же. Так, зона идет, народ. Да, вот, вертолет беру. Так, я тогда не буду к вам бежать, тут постою. Да. А, здесь-то? Побежал, садите. Второго тоже надо забрать. Рядом. Да-да, второго я забираю. Пошел второй. Так, летим на следующий груз? А, нет, его уже забрали. Давай, полетели. Второй. Может, он русский не знает? А, нет, знает. Бежит. Там уже груза нету, куда ты летишь. А что там собака? А, собаки уже нету. Так, ну тогда надо куда-нибудь пока здесь сидеть, да. Чтобы... Я вылез. Так. Так, что там? Видно что-нибудь? А, вон сзади, сзади народ. Где-то на 70 стреляли в той стороне. Вон, двое. Это я кинул, да. Смотрите, их там двое. А, вон, вижу, около домика, смотрите. Да-да-да-да-да. Там был один. А, вон, бежит, смотрите. Там их трое. Трое, народ, трое. Целая команда. Блин, что, и сзади кто-то нашел? Так, народ сзади, ой, сзади и спереди, смотрите. Внимательно, народ. Алексей, осторожно. Да-да-да, я понял здесь, команда. Сбоку вижу. Сбоку. Все, сбоку нету, сняли. Осторожно, теперь там трое. Вон они, бегают там, смотрите. Так, Алексей снял одного, значит там еще двое должно остаться. Да, еще двое. Поаккуратней. Вот еще один снайпер стреляет, вон в окне. Я понял, сейчас тебя иду спасать. Осторожно, вертолет, народ. Не, спрячься за камень сюда лучше. Да вот я и бегу. Ага, давай. Все, стой. Народ, смотрите, вертолет рядом садится, и в домике там находится снайпер. Вот куда я смотрю, в сторону 167. Вон он, да, он там впереди сидит. Так, сейчас перезарядка. Вон он в окне сидит. Вон вышел из окна. Сейчас я его сниму.
Ага. Так, народ, осторожнее, на 240 стреляют. Все, Алексей отомстил. Отлично. Так, давайте поаккуратнее. Я так и не понял, мы там около домиков уничтожили или нет? Нет, там двое, по-моему, оставались. Так, тогда побежали. Там, возможно, они подняли того. Так, зона пошла. Так, зона. Давайте народ обратно лучше. Там сейчас сожжет зону. Сейчас будет много есть, да. Так, пока не вижу никого. Так, поаккуратнее. В шеренку заду, чтобы нас сразу всех не сняли. Так, вижу вертолет чужой. Проверка. Ой, стреляй, народ, там этот. Там, да, снайпер. Так, здесь чисто. Так. Четвертый, ползи сюда вниз. Ага, давай сюда, все еще. Все, стой. Не-не-не, все, не бегай. Так, смотрите, там. Отлично. Смотри, осторожно, там еще стреляют. Зона, пошлите, зона. Сейчас. Так, второй, да, слезай. Ага, лечу. Так, Алексей, пока прикрывай. Так, там снайпер стреляет. У кого снайперка есть? У меня страйкер для ближнего. У меня пулемет. Сейчас так, ладно, будем. Сейчас уехал снайпер. Ага. Так, я за тобой, смотри, осторожно. Так, народ. Так, вызвали десантника, осторожно. Сейчас. А, вот, вижу, вот, народ. Что же он не дохнет-то? Двое народ, смотрите. Вон на горке. Так, сейчас самое главное — осторожность. Мы можем победить. Блин, у меня подвисло. Ё-моё. Зона. Так, ну ладно, меня не надо спасать, у меня подвисла игра, поэтому это я за вами посмотрю. Я в зону не добежал. Пипец. Так. Так, четвертый, осторожно. Так, ты один остался. Остался один. Один на давай, один. Давай, один на один. В зону не добежал я. А у меня подвисло. И адреналин был, можно. Вот, где-то тут. Слышно. Вот он. Отлично. Фуф. Так. Ну что, хорошо. Так, ну что, друзья, посмотрели мы с вами довольно-таки зрелищную игру, в которой оказалось большинство не ботинков. И благодаря командной игре, по сути, победили. А вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго, до новых встреч. Пока-пока.